Ну, матч был напряженный, так скажем. Качество футбола, наверное, был не самым лучшим, но на первом месте была борьба. И я думаю, мы, в принципе, выдержали. Ребята были постарше. Ну, пацаны молодцы, все боролись. Ну, и мы заслужили свои моменты, забили. Первый тайм выдался немножко хуже, чем второй. С чем это связано? Ну, может, чуть не получалось выходить из обороны правильно. Ну, опять же, качество поля тоже оставляло желать лучшего. Ну, и соперник тоже бежал, напрягал, но потом уже мы включились во втором тайме. Два мяча под занавес второго тайма, и причем со стандарта оба. Что это? Мы теперь постоянно должны будем ждать подобное? Наигрываем штрафные, как бы подачи тренируем и на дальнюю, и на ближнюю. Поэтому, ну, хорошо, что дает плоды. Что вообще дальше от вас ждать в чемпионате? Башкирии? Да. Победа только. Мы всегда играем на победу, ну и на качество футбола. Отлично. А к молодежным первенствам как подготовка идет? Ну, это была последняя игра перед молодежным первенством. И как бы официальная репетиция, наверное. Вот, ну, наигрывали, старались что-то наигрывать перед молодежным первенством. Сейчас будем готовиться к Уралу. Тяжело пришлось, если честно, в первом тайме рисунок вообще нас полностью не устраивал, то, что происходило в перерыве, сделали корректировку, попросили ребят чуть сыграть по-другому в каких-то эпизодах конкретно, и, в принципе, перевернули игру, как бы, можно, если можно так сказать, отодвинули от своих ворот и забили два хороших гола со стандартных положений. В прошлой игре, в принципе, тоже в концовке второго тайма было забито два мяча. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, во-первых, то, что соперник все равно хочет отыграться и идет вперед. Большие разрывы в линиях. Мы при счете 2-0 могли еще забивать, были хорошие подходы. К сожалению, не забили. Ну, с этим и связано то, что соперник раскрывается, идет вперед большими силами, и большие разрывы получаются у них.